Эпизод 1. Посвящение. Заброшенный дом. Ситуация. Поступил сигнал тревоги. Задача. Всем сотрудникам ФИАР прибыть для инструктажа. Вы новый оперативный сотрудник ФИАР. Это ваша первая боевая операция. В 2002 году в составе Вооруженных сил США было сформировано секретное подразделение для борьбы с паранормальными угрозами. Оно было названо «Федеральная единица агрессивного реагирования». Простите за беспокойство, сенатор. Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи. Пока еще можно все исправить без лишнего шума, но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался, гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. Набить себе брюхо? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технологи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру-телепату. Феттл был одним из таких командиров. Но это же несерьезно, нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с тысячей суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттла. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттл не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Как мы его найдем? В Армахеме ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? У него фантастическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Не бойся, все будет хорошо. За дело. Каковы твои первые воспоминания? Нет! Куда вы его дели? Ты станешь богом.
Феттл в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский, готов? Жду сигнала. Окей, начали. Ситуация. Координатор ФЕР Роуди Беттерс установил, что Пакстон Феттл находится в заброшенном здании в районе Оберн. По данным, поступившим со спутника Ганнибал-3, признаков активности противника в этом районе нет. Задача. Двое сотрудников ФЕР должны проникнуть в указанное здание с двух сторон и попытаться ликвидировать Феттла. По данным Ара Махима, после его гибели солдаты-клоны перестанут оказывать сопротивление. Найти следы Пакстона Феттла. Эй, парень, где тебя носило? Ищи обходной путь. Погоди. Идем. Готов? Вперед! Ты родился здесь, в этом месте. Быстрее сюда! Уже иду.
Похоже, мы опоздали. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом. Он должен быть где-то здесь. Я подожду, Джин. Ты иди на разведку. Звали Чарльз Хабегер. Я его помню. Но моя ли это память? Или ее? Это не имеет значения. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Ответьте, прием. Что происходит? Я потерял сигнал от Пэттл. Котяра, это мама кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте. Ждем. Скажешь, наш... Ха, так быстро. Нашел чего? Вы там как, готовы? У нас тут начинается самое интересное. Идите без меня, я немного задержусь. Пиши! Ну давай!